Ты куда собрался? Пойдем, я тебе покажу, где рыбки зимуют. Рыбки? Какие рыбки? Карасики, пескарики. Карасики, пескарики. А твой пескарик выживет после этого? А ты вообще сможешь туда купаться? Там нет воды. Ну, сейчас, ё-моё. О, смотри. Где сейчас будем рубить? Охренеть. А ты пролезешь в такую дырочку? Пролез, конечно. А ты отцарапаешься? Да и нет. Блин, я не думал, что так подмерзнет-то. О, видишь, здесь только начать. Да. Ой, какой у тебя красивый свитер, Андрей, шапка. Да. У меня, короче, носки вязаные. Перчатки с кашемир вязаные. Мерзнут пальцы. Уже. Штаны нужно вязаные, да, Зай? Да, штаны. А ты без трусиков купаешься? Нет, я в трусах купаюсь, потом переоденусь. А ты мне еще боты вот эти подарил крутые. В них прям удобно, нога влазит. Быстро. Ух, ё-моё. Че, мерзнешь? Че? Мерзнешь? Да нет, я бы не сказал, что мерзну. Пальцы. Вот прям пальцы вот эти замерзают быстро. У меня мизинчик отмерз уже. Да? Ты... Пожалуйста, аккуратней. Я мега аккуратность. Ух ты! Горячая? Нет, там песочек. Блин, Андрей. Это так кайфово. Песочек на дне. Не ил какой-то, а песочек. Так. Баба сеяла горох. Я без гороха почти. И сказала деду. Ух. Ой, как здесь хорошо. Я ногами чувствую, коленом лед. Круто. О, он так классно замерз. Снутри такая структура интересная. О! Фу. Фу. Слышал? У меня весь район вот это слышал. Я вылазил. Так. Круто. Я что, наливаю чай? Да, наливай чаёк, а мне не примерзнуть к железке. Ты железку не трогай. Да, я железку не буду трогать, но ноги примерзают. Давай. Так что это слово у нас минус 24. На солнце. На солнце. Так, все, не снимай. А, ты трусики будешь менять? Андрей Сергеевич, короче, ты уже в сухих трусиках, ты можешь с нами разговаривать? Могу. Ну как тебе? Что-то сегодня хорошо. Не, вообще очень хорошо, но руки. Руки замерзают. Одевай скорее перчатки, пей свой чай. А мой горячий чай. Я его какой пока же открыла, чуть к термосу не примерзла. Я взял ложку железную, вот эту, чтобы надеть боты, и я прям обжегся. Вот это самый кайф. Попить чай. Перчатки натягивай свои теплые. Да, вот так вперед, и я не могу попить. Вот так приходит сверху. О, кайф. Фух, пальчики мои. О, все. Все? Огонь, да. Ты этого хотел? Да, я хотел просто искупаться и попить чаю на морозе. Твое желание исполнено? Угу. Переходим это к моим. Это самое крутое желание, да. Вообще просто. Круто, я рада. Достаю свой список. Давай, доставай свой список.